Я однажды проснулся, уже зная о том, что не будет, как раньше теперь. Я иначе надел свое пальто, иначе запер дверь. Я теперь не один, и по вечерам я окна избегаю не зря. Кто? В составе Олега Барабаша и группы «Твоя дивизия». Добрый вечер, друзья.
сыграю вам сказку, пожалуй, может, не сказку. Мне снился город, прекрасный город, там жили люди и грызли путни, но иногда они улыбались, ходили в гости и много пили. А если горе пришло к соседу, они молчали, молчать удобно. Им говорили с цветных экранов, что так и надо. Прекрасный город, балерина танцует, балерина танцует, смотри. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. И в самом центре высокой башни жил самый сильный, жил самый страшный, его ладонях вся власть земная. Вот только скучно, смертельно скучно, он ему в то утро не засыпалось. Он мог бы вызвать красивых женщин или соседом войну затеять, но надоело так, надоело. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. Он доставал из стола шкатулку, она досталась ему от мамы. Он помнил запах ее ладони, но мамы нету, так одиноко он наливал себе крепкий бренди, смотрел на город, дымил сигарой, а руки сами тянулись к кнопке, а пальцы сами ее нажали. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. Балерина танцует, смотри. И стало утро больным и жарким, треснул город и поломался, и загрелись четыре солнца, и распускались цветы до неба, и стали люди колючим пеплом, и ветер по всем проспектам, а вместе с ними вчерашний мусор, пустых автобусов, хлопья снега. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. И он спустился с высокой башни, ему встречу никто не вышел, лишь равнодушные стояли здания у них на стенах, слова и тени. Он шел сквозь город, прекрасный город, где не дымила труба завода, покорно ждая. Там пили, и все такое же было небо. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. И я проснулся снова по
поперхнулся, чернели окна, белели двери на кухне мирно, дремал котейка, вода журчала по батарее, было липко и было страшно, из-под кровати все всхлипы, скрипы, и как не прячься под одеяло. Пальцы нажмут на кнопку, балерины танцуют, балерины танцуют, смотри. Балерина танцует, балерина танцует, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Пошел зайчик. Пять. У меня микрофон падает. Может, мне, пожалуйста, включить? Так, где? Песня «Геройский синдром» или «Гарри Поттер». Без всяких заставок.
цветочков принёс. Как ты любишь ромашки, тюльпаны, гвоздики. Сегодня ромыс, вот скотопёс, потребовал деньги за них. Я же профессиональный герой на хэдхантыне. Подходящих вакансий иногда я мечтаю, что ночной ворон привернёшься ко мне. Итак, но мы все-таки были. Мы все-таки молодежное жюри, а не просто молодежь. Поэтому мы выбрали одного победителя. Ты моя зайчка. Зря вы меня потеряли здесь. Диплом лучшему из равных. Приз молодежного жюри награждается Данилина Дарья. Ура!
Это работа для профессионалов. Идеально. Спасибо большое, Андрей. Добрый вечер. Я исполню песню Татьяны Винокуровой «Взлетай». Игру.
молодежное жюри. Я приглашаю на эту сцену еще раз Кирилла Модестова, город Москва. Я сыграю пьесу французского композитора Ролана Дьенса со странным названием «Сон Козерога». Ну, это один из переводов, там несколько переводов. Это может быть и «Песнь Козерога», и «Мечта Козерога». Ну, мне больше нравится «Сон Козерога». Такой сюрреализм. Mm-hmm.
Друзья, если вы помните, в начале сегодняшнего вечера я обещал, когда мы представляли вам членов жюри, я обещал, что вы их еще сегодня увидите. Вот, как говорится, а вот того, чего вы ждали. Вообще все наши члены жюри – люди с богатым жизненным и творческим опытом. Этот опыт помогает им сохранять хоть и философское, но все-таки позитивное отношение к жизни. Более позитивное, чем у предыдущих наших выступающих, как мне кажется. И этим отношением мечтает с вами поделиться Анатолий Шенберг, Нижний Новгород. Ну, насчет позитивчика маханули, конечно, тут вот, да. Ну... Звонарь. Плоть, а воски нас с тобой погонят.
Я же не случайно сказал, философское отношение к жизни. Так что все правильно. Кстати, я сегодня упоминал про Крым. Если кто-то еще не знает, Анатолий Шенберг организовал там фестиваль авторской песни «Ключевой аккорд». Так что отдыхайте в здравницах Крыма. А сейчас на эту сцену выходит следующий наш член жюри Константин Вихляев, Санкт-Петербург. Добрый вечер всем. Я спою одну песенку, крымскую, кстати. А мне помогут в этом Ульяна и Дмитрий Григорьевы. И снова здравствуйте. Вообще, вы знаете, я переехал недавно в Петербург, поэтому для меня еще непривычно для слуха Константин Вихляев, Санкт-Петербург. Всегда говорили «Ялта, Ялта», и я привык уже «Ялта, Ялта». Тут вдруг бах, и Санкт-Петербург. Итак, песенка будет называться «Крымский Рим». Я хочу вас спросить, вы знаете, что такое медведь в Крыму? Гора. Правильно, медведь-гора. Вот если прозвучит медведь, имейте в виду, что это гора. Секундочку, у нас технические. Аксеновский остров целый век обернулся экстримом. Приглашаю вас, граф Калиостро, потягаться бессмертие с Крымом. Не в бессмертии, так всеборитстве наших солнцем испорченных родин. Мы не знали объятий волчицы, но зато наш медведь превосходен. Крымский Рим, Римский Крым. Так присядем за стол, граф, поглядим, кто из нас прав. Внешне родины очень похожи, та же блажь и любовные жажды, что вели досточтимые ложи, спрятав жен. Ходят голуби, как на параде. А в тиши Воронцовского парка те же птицы, столько же пугают. Для Джованни, Петра и Кирилла небосвод одинаково синий. Вот чего не хватает для Крыма. Апельсина, хочу апельсина.